Андрюша, голова здесь? Нет. О, сейчас посмотрю. Причем она сама как-то включается, когда темно, она это умная. Сюда заходите. Тридцать тысяч обошлось. Пришлось карту памяти еще покупать. Царю небесный, утешителя души сильный, через небесы, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди исцелися в ны, и очисти мы от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя, прибудь с нами. Осени нас Духом Святым, Господи. Научи нас пребывать всегда в истине Твоей, Господи. Молиться как должно, как научили нас праведные, впереди нас прошедшие, дабы не зря мы топтали дворы, чтобы мы обрели вечную жизнь по милости Твоей великой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Братья и сестры, с праздником всех причастников принятия святых тайн. Сегодня было чтение римлянам, апостольское чтение римлянам. О чем говорилось? О рабах. Чьи мы рабы? Можем задать себе вопрос, услышав этот отрывок сегодняшнего апостольского чтения. Мы не можем быть не рабами. Помните лозунг 17-й год? Мы не рабы, рабы не мы. Рабы. Еще какие рабы? Только рабы греха. А если не рабы греха, тогда рабы праведности. Другого состояния не может быть. Третьего нам не дано. Вот что. Людмила Степановна, успокойтесь. Людмила Степановна, дошли и замолчали. Там замолчите тоже. Дверь закройте. Итак, каждый для себя должен решить, чей он раб. Раб греха или раб праведности. А Господь говорит, иго мое легко и бремя мое не тяжко. А почему? Да потому что Господь всегда приходит на помощь. Только следует нам воззвать, и Господь вот он уже рядом. А если и помедлит, то опять же во благо наше. И чем больше трудов положил для того, чтобы приобрести что-то, тем благостнее то, что получаешь, то, что обретаешь, то и больше ценится. А болящих, как всегда, Татьяна Кузьминична. Ну, у нас плохая совсем Александра Ивановна. Вчера вот Машенька ее посетила. Она уже, вот, уже готовится, наверное, к отходу. Помоги, Господи. Да. Анна Кузьминична тоже. Она уже в четверг была более-менее.
У нее постоянно очень высокое зашкаливает давление, и она ничего, так немножко вроде бы, а то совсем уже как бы. Ну, Мария Яковлевна держится вроде бы. Но у нас Любовь Петровна в больнице. Пока сказать даже ничего не могу сильно о ней, потому что она свой сотовый отдала сестре, а сестра такая бдительная, у нее охранник, что она вам сказала позвонит, вот и все. Но сегодня, я думаю, мы съездим. Она в РТП лежит. Да. В каком отделении? Не знаем. Пока не знаем даже, в какое отделение. Не знаешь, не знаешь. Ну все, Наташенька с нами. Да, спасибо Христу за молитву. Очень сильно помогли. Выписали меня с диагнозом ОРВИ. Температура 10 дней. Виктор Андреевич, вам отдельно. Спасибо Христос. Слава Христу, аллилуйя. И дали помереть. Вот. Первый выходной как-то мало кто знал, что болею, поэтому, наверное, надо было отлежаться. Во второй выходной уже все массово знали. И в воскресенье к обеду у меня наконец-то температура отпустила. В понедельник проснулась с чувством голода. Ничего себе. Приятное чувство. Чувство голода – признак здоровья. Можно? Да, брат. Я хотел еще сказать, что вот редко так бывает. Это вот евангельские чтения мы привыкли, что они идут, ну, новозаветние, что они идут у нас обычно, читаются Евангелие на вечерне, и потом на литургии еще читаются апостолы. А вчера читали апостола Иуду. Братья у нас читали три чтеца, и апостол Иуда, как вы знаете, это всего лишь одна единственная глава. Называется она послание, оно, ну какое оно, очень соборное маленькое, соборное, да, апостола Иуды, брата Господня. Не верил он в Иисуса Христа, что брат его названный. Он, ну, что-то великое из себя представляет. Написано это, читаем в 7 главе Евангелия от Иоанна. Написано и братья, потому что братья, говорит, не верили в него. Среди них был и он. Ну вот, видим, чем закончилось все. И слава тебе, Господи, что осталось от него это соборное послание. Оно, это соборное послание, читанное на вечере, как ни странно, обычно читается Ветхий Завет, а тут Господь сподобил нас такой милости послушать и вечером это апостольское послание. Почему? Почему же именно вечером и такое послание? Оно очень созвучно с Ветхим Заветом, потому что мы привыкли, что новозаветнее все это наставление, такое как бы обличение, и оно, ну, даже вот это обличение этого блудника, который был учителем каким-то великим в общине христианской, и то апостол Павел так все поставил, что молитвами братья, вот сестра говорит, молитвы ваши помогли на следующий день уже облегчение. Так там молитвы не только в болезни помогают, а в душевном, уже не просто болезни, а в душевной катастрофе помогли. Помолились за него, апостол Павел предал его сатане во изможение плоти. И на следующее послание слышим, уже говорит, что хватит его так. Воспитался. Да. Так, в следующий раз я буду только через два воскресенья. Потому что следующее воскресенье будет крещение. А 16-го я буду на венчании, Станется брак. Уже объявляли об этом у нас. Наша сестра решила устроить семейную жизнь. Вот. Так что буду я жив-здоров, если будем. Вот, в Томске будем 16-го. Ну а потом-то после этого, там будет 23-го, тогда я уже приеду. Вот так. Просим ваших молитв. Ну и как объявляли вчера, значит, своих молитв поминайте Иерея Никола. Добрейший батюшка сильно, говорит, заболел, что-то на скоро его увезли там. Неизвестно, что там. Я за желудком с кровотечением, которое остановили. Ого, это серьезно. Это с Николой, ну, что выдается. Это серьезно. Кровотечение. Что, могут как-то за это, за голосать, да? Операцию делать? Нет, оперировать не будут, просто полечить. Ну ладно, вчера прошел сильный у нас
там налетел ураган, ну и немножко там поэтому. Меня с дома сорвало, говорит, 6 или 8 там шиферин. Ого. У Нелли Александровны сорвало 2-3 шиферины там. Две. Ну, у Любы там сарай раскрыло. Вот там, ну и там деревья повалило, там на дорогу, говорит, Игорь, там убирать надо, не проехать по дороге даже. Ну, к зиме как. Налетел, просто, говорит, резко так, и такой, говорит, сразу там. Неожиданный. Вот, неожиданно там. Сильно. Вот, в Корчино звонил, там тоже там у ноги с крыши посрывало, там пораскрыло. Под каким-то углом полетел, что шиферину-то сорвало? Ну, я еще в прошлом году купил железо железом, потому что, когда мы делали шифер, этот крылья, тогда, что, вот здесь мы делали что? Прокладки под шляпки-то, чтобы делали там резинки. Ну, да. А они от солнца уже не это, да. И он уже стал это... Болтал. Я уже это предвидел, но я же ведь не думал, что так он такой будет больно сильный. Угу. Может быть, еще потянет немножко и успеем сделать, маленькие не успели. В прошлом году я купил железо, да, ну не было никого. Сам не могу, а ребят кого все не были заняты были. Поэтому я уже об этом думал, что может сорвать, потому что видно, что они уже свободно ходят. Где некоторых резинки совсем отошли уже там это. Ну, 20 лет уже под солнцем они просто. Разложились уже. Саморезами прокрутить деньги все. А? Саморезами прокрутить деньги все. А, эти? Кровельные. Да, шифер? Не, не в этом дело, надо шифер менять просто уже. Понятно. Нет, я железо заготовил, купил железо. Уже есть. У меня лежит уже готовое. Как будто просто так это. Только железо посложнее. Бочка, ну и когда вы собираетесь? Чего? Когда кто-то появится? Ну, я не полезу. Да, а кто крышу мне делал? Герой. Ну это когда ты делал? Ты еще не в этом же году делал. Я... Ну и что? Ну так так нет, я просто время надо знать, я приеду, ничего себе. Такое дело-то. У него там есть молодежь. Да, молодежь, ну понятно. Где там? Баран-то вырубать, и все. Если бы лет 20 назад, я бы сам крутил. Сейчас боюсь лезть на баран. Не, я не боюсь высоты, я же занимался скалозами. Ну так, что там, сенокос начался, сенокос был уже, сколько-то заготовили, но сейчас дождик пока становится все. Ну так, все. Ко мне какие вопросы есть? Давай. Батюшка, вы помните, в тот раз это, сказали, какие вопросы есть, и что-то никто не понял. Когда коленопреклонные молитвы были на Троицу, я думаю, что мне так слушается легко. Потом Игнатий Ильич сказал, что вы на русском языке. На русском языке, оказывается, читали. Да, и потом никто даже не... Как рассказывал один батюшка, он был покойный, отец Александрского Вавра. Ну, перед Пасхой считается Деяние апостолов. Последний день, в субботу вечером, считается День апостолов. И он дал читать на русском языке. Ну, а бабушки там сидят, слушают все это. Ну, закончат читать, они это... А когда будет, говорит, Деяние это читать? То есть они на русском-то читали, они не поняли, что это Деяние. Нужно было, как дьякон читает там это, значит. Ну, да, да. А это кто читал, просто читали, как вроде как рассказ какой-то. Какой-то рассказ. И оно непонятно даже, для них было это непонятно. Так. Или другой, когда начал, в 88 году в Тюмени был, у нас собрали, владыка Феодосий был, духовный концерт. Там были хор с Новосибирска, Тобольский, Тюменский. Ну и вот духовный концерт объявили, будет 2 часа дня духовный концерт. Ну, пришли бабушки, много пришли, концерты любят, на концерты. Все там в храме, прям храм большой, Знаменский собор в Тюмени, расставили скамейки там. Все. Ну и они часа два. Все это концерт-то был. Ну, пели все там духовные песни, там разные песнопения, на разные распевы там пели. Хорошо. Ну и закончилось все. Они сидят, никто не у нас. Чего вы сидите? Все, он говорит, они, а концерт-то когда будет? Они ждут, когда концерт будет. Это что, пели, все там достойно, там отче, там херувим, сквозь пели, там это. Все, они концерт ждут, когда концерт будет. Тоже понимают, да? Вот так. А у нас точно в Потеряевке, понятно, когда концерт. Они решили, что ну, да. Так, никаких нет ко мне вопросов. Батюшка, как венчание будет проходить-то?
Вы заранее едете? Строго по уставу. По уставу православной церкви. Так вы прям в храме там где-то будете, да, уже договорились? Ни в лесу, ни на берегу. Понятно, понятно. Интересно это, да, очень. Храм отца Михаила Фаста. Ах, вот оно. Да, 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 да. Мы с ним уже переговаривали, все. Он говорит, я говорю, что, брат, нет ничего, нет. У меня, говорит, все есть. Замечательно. У него в храме. Да куда есть, куда ходить там, Паша? К отцу Фасту, хороший. Все выше и выше. Ну так, что вам еще? Да нечего больше. Нечего больше говорить. Я вам много надо. Да как много? Немного больше. Можно одно слово еще я скажу? Вот хотела сказать. Я смотрю, что это мы, когда вот поклоны делать, вот когда говорят, что головы ваши преклоните, не надо креститься. Просто головы мы преклоняем без крестного знамения, потому что многие крестятся. Ну, что опоздали. Ну, раз заговорили о том, как мы здесь молимся, я как наблюдатель хочу сказать сегодня. Вот подходите, причастились, от батюшки отошли, подходите к этому каналу, где лежит, стоит вот эта тарелка, и на тарелке эти... Правия. Фросфор. Да, антидурчик и водичку. Взяли, отошли в сторонку. За вами идут следующие. Если, особенно когда не можете там быстро это проглотить, прожевать, выпить, но отойдите. И поставьте, не ждите, когда я возьму у вас эту чашку и буду ставить ее. Поставьте на тарелочку. Нельзя, то суета какая-то получается. Никакой суеты. Если дожевать, вы уже в руки толкаете, быстрее стакан уже это. Да нормально. Сам подошел, взял. Суета. Суета, суета. Какая суета, никакой суеты. Где суета? Да нет, да нет. Отошли в сторонку, и все. Посмотрим, далеко стоим вообще. Надо брать, отходите, есть в стороне. Запили и отходите, есть в стороне. Не надо. Я вам никуда не толкаю. Во-первых, вы протяните руку, и в руку я положу. Берут вот так вот, и все сыпется с антидора. Руку возьмите, в одну руку взяли антидорчик, Тань, я говорю. В одну руку взяли антидор, во вторую руку взяли стаканчик, эту ручку. Отошли в сторонку. Если хотите съесть, ну съесть, вам никто не мешает. Никакой суеты здесь нету. Здесь просто... Потом закончили, поставьте эту кружечку на тарелку и все. Потому что я не могу одновременно и другое делать. И вот особенно, когда берете антидор, ну, Оля вот, она у нас всегда даже приходит с бумажечкой, бумажечку берет. Ну, с благоговением относитесь к святыне. Можно ли? Да, брат. Продолжу про апостола Иуду. Я хотел сказать созвучие Ветхого Завета и Нового Завета здесь. Но апостол Иуда, мы видим, здесь рассказывает о тех людях, которые приняли как бы Христа, как бы приняли, получается, но находятся в таком состоянии страшном, что он начинает, так будем говорить, красочно, картинно, поэтично расписывать их. Деревья дважды исторгнутые, пенящиеся волны своими срамотами. Ну, то есть, приходится уже, так как Новый Завет, и апостол, он понимает, кто такой его брат Иисус Христос, приходится все-таки даже к таким людям, которые, ну, никак не друзья Христа и не верны ему, никак не рабы Христовы они. Приходится рассказывать им, кто они такие, чтобы эти люди услышали. Но я хочу сказать, что у нас такого нету обличения. Вот Игнат Тихонович там раньше обличал, он как-то впрямую просто рассказывает о том неудачном примере, который человек показывает для других. И все. А так, чтобы такими эпитетами кого-то награждать, у нас только один человек награжден. Ну, вы знаете, он давно уже был. Сестра мучится тут с ним, одна у нас. Не буду говорить, кто. А так, люди все, даже те, которые от нас ушли, они, ну, все равно... Даже те, которые вот были братья у нас молодые, что-то пытались писать здесь и так далее. Но все-таки все закончилось благополучно. Я думаю, что вот о тех людях, о которых он рассказывает, это, во-первых, те, которые в духовном плане разлагали всех. Это иудеи бывшие. И те, которые
в материальном плане, в плотском, разлагали. Это те, которые бывшие язычники, и не смогли отстать от вот этих срамот своих. Поэтому вот у нас, для того, чтобы наши чада могли с удовольствием принять веру во Христа, нам нужно самим быть достойными звания христиан. И вот то, что у нас есть и антидуховное, и плотяное, то, что осталось, мы не должны здесь показывать, особенно нашим чадам. Нужно утихомиривать, умерять свой гнев, умерять свои какие-то потребности, которые они выявляются у нас. И всегда, если есть какие-то вопросы здесь у нас, нужно их обсуждать здесь, у нас на собрании, на полном. Никогда не таить это все. И предлагаю тем братьям, сестрам, которые собираются куда-то в поездке, обязательно о своих путешествиях говорить. Не обязательно куда, но хотя бы говорите, что вы путешествуете, чтобы можно было за вас молиться. Вот сестра правильно сказала, первое воскресенье за нее практически никто не молился, потому что молился массово, бабушкой, молился да, массово, ну как всегда, массово никто не сказал. А тетя Таня сообщила сразу в первый день. Да, но не всем. Дело все в том, что это... Что когда вот Игнат Тихонович, ну, он выходит, Игнат Тихонович, когда начинает слово говорить, он всегда говорит о том, что вот ему звонят, и он молится, встает на молитву, и молитвы помогают. Но он всегда говорит, молитвенницы наши, это вот сестры, да, вы, говорит, уже немощные там и так далее, но вы главные молитвенницы. Потому что мы все образуем церковь, тело Христово, как ни странно. Если бы мы все вместе не были, не было бы даже церкви, вот так. Поэтому каждый... должен о себе думать, как полагается, ну, соответственно, но в то же время не забывать, что если мы не пришли в церковь, не дай Бог презрели церковь еще, а не пойду, потому что у меня что-то там не нравится, то мы раздеваем, во-первых, церковь, оголяем ее, потому что мы не желаем быть членами Христовыми. Вот об этом, я считаю, апостол Иуда нам как раз, нас как раз и предупреждает. Помоги Господи всем. Спасибо, кстати, Христа. Очень спасибо. Я рад, что у нас Нина Александровна появилась. Наконец-то. Где она? А, вот она рядом со мной. Вчера они разговаривали, я говорю, даже что-то начал забывать, как она выглядит. Нина Александровна. Там уже какие-то домыслы пошли. Но, слава Богу, она сама появилась. Может, что-нибудь расскажет нам. Спасибо, Христос. Я хочу сказать о том, что вот вера наша какая? Она всегда должна быть подкрепляема Словом Божиим. Если мы здесь не остаемся на занятия дома, я сомневаюсь, что мы читаем толкование святых отцов, Библию перечитываем вот там толкование. А поскольку мы этого не делаем, то вера наша становится слабой как минимум, а потом она может и примешиваться всякие языческие наслоения. Ну, например, хочу сказать, вот тут погодные условия, град там, молимся, да, Господи, пронеси, Господи, помилуй, Господи, не дай, чтобы тут мою тут хижину разбило, что там-то. И тут же какие-то языческие наслоения начинаются. Кто ухват там, как это раньше там, ухват выбрасывает на улицу, там, или какое-то там ведро, или что-то красное там нужно выставить. Ну, помилуйте меня. Ну что же, куда же мы? А вот там, значит, вот было, и причем привязывает это к Священному Писанию, забыв, о чем там конкретно этот стих говорил-то. Для того, чтобы помнить, о чем говорил стих, ты его прочитай вначале, а потом уже применяй его к той ситуации, которая у нас здесь есть. Она совершенно не привязывается, бывает так. Еще со сглазом. Сглаз тоже да, есть да, такое. Да, да. В общем, одним словом, нужно всегда себя, свою веру укреплять через Слово Божие. Потому что вера от слышания, от Слова Божия. Вот в чем вера-то наша заключается. А если нет слышания, если не ходим мы здесь, не остаемся на занятия, не читаем дома, то и слышания нет, и Слова Божия нет. И вера наша становится скудной. Которую сбегает. Так что призываю вас оставаться на занятиях. На благовестие тоже. Да, и благовестие, естественно. Это... У нас есть Евангелие, можно раздавать. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Леша.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 5 по 6 стихи. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Толкование. И сотник сей также не взошел на горы, чтобы не прервать учение. Это тот же сотник, о котором говорит евангелист Лука, в 7 главе 2 стихе. Хотя Лука говорит, что он послал к Иисусу иудейских старцев, но это не противоречит словам евангелиста Матфея, который говорит, что сотник пришел сам. Дело было, вероятно, так, что сначала он послал других, а потом, когда возвысилась опасность смерти, пошел он сам. Матфея 8:7. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Толкование. Сотник не принес слуги на одре, веруя, что Христос может исцелить его и заочно. Матфея 8 глава 8-10 стих. Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и он идет, другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Толкование. «Если я, говорит, будучи сам раб царя земного, повелеваю подчиненным мне воинам, то ты тем более можешь повелевать смерти и болезням, так, чтоб они одного оставили и обратились на другого. Ибо телесные болезни – суть воины и мстители у Бога. Вот почему Христос удивляется и говорит: я и в израильтянах не нашел такой веры, как в этом язычнике. Удивляется же Господь вере язычника, как весьма великой, и говорит: и в Израиле не нашел я такой веры». Матфея 8:11-12. «Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и вослягут с Авраамом, Исааком и Иаковом во Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Толкование. «Не сказал, что многие язычники возлягут, дабы не оскорбить иудеев, но сказал прикрытно: с востока и запада. Об Аврааме упомянул для того, чтобы показать, что он не противник Ветхого Завета, в котором жил Авраам. Названием внешней тьмы показал, что есть и внутренняя тьма, легчайшая первой, ибо есть степени и в муках. Иудеев называет сынами царствия, так как и им даны были обетования». Какие же? Исход 4:22. «Так говорит Господь, Бог еврейский: Израиль есть сын мой, первенец мой». Евангелие от Матфея, 8 глава, 13 стих. «И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час». Толкование. Сотник в тот же час, возвратясь в дом свой, нашел слугу своего здоровым. Исцелив словом, Господь показал, что истинны слова его и об иудеях: изгнаны будут. Аминь. Закончил? Спасибо, Христос. У кого есть слово? Да, не очень. Благодарю за ваши молитвы, за вашу поддержку. Я рада, что у меня есть на кого положиться, и тогда, когда я не могу сама вести тяжести, то я чувствую вашу поддержку, вашу любовь не только ко мне, но и к моей семье. И к той вере,
наверное. Я думаю, что вы это так понимаете, что у меня есть вера. И вот эта любовь ваша к моей вере. Я благодарю Бога за все, что случилось в моей жизни. Столь неожиданный поворот, крутой, резкий, больной, болезненный. Легко ничего не дается, я это понимаю. И особенно я поняла, когда читаешь Священное Писание, и находя там себе ответы, они укрепляют. Конкретно прямо скажу, я еще не понимала даже того, что произошло, когда я приехала в Клочки жить. Сразу же меня выгнали из церкви, из храма, то есть из церкви невозможно выгнать. Церковь Христова. И она как бы, она не как бы, она действительно находится в сердце. Но когда я вышла, я еще тоже не сразу это все понимала, что происходит. И когда уже прошли несколько лет, это уже 2 года, 3-й год, когда я попыталась еще войти в храм, уже не там, а в Павловске, откуда меня не выгнали. Там благочинный, который имеет на руках от меня 2 письма, знают ролики, которые рассматривали мое дело коллективно в Клочках вместе с епископом. С их епископом. Господи, благослови их, даруй рождение свыше. И я снова осталась за оградой того храма, но не церкви. И я теперь радуюсь, что Господь дал мне испытать. Я поняла это через Деяния апостолов. 19 глава. Она в самом начале 19 главы там говорится о том, что когда апостол проповедовал в Асии смело 3 дня, он учил людей в синагоге. Но там дальше говорится, что но они ожесточились и не верили. И злословия, вот они ожесточившись, злословия пути Господни, ведь не самого Христа, а Его пути, не открылось много. И я так рада стала. Мне открылось еще и то, что... А вот в Ефесе ведь тоже, что они, подняв бунт, мятеж такой, ведь они опять же не против Христа, не против вот того, что апостол говорит, против пути Господня. Там тоже об этом говорится. Против пути Господня. Как важно, я отсюда поняла, как важно это знать и следовать. А для этого что надо знать? Как это так? Они взяли и все отвергли, отвергли. А потому, почему они не приняли-то? Пути, а путь один. Отвергнись-то не Христово тело, а самого себя. Возьми крест свой и следуй за ним. Вот идти-то путем, как Господним. И вот тогда и исполнишь служение Господу. А об этом тоже говорится. Служите Господу. Господу служите. Вот тогда будет помаленьку, потихоньку, может, не сразу, может, поверить. Да не может, а по вере каждого будет открываться. И далее апостол Петр помог мне увидеть, что если прошел, это проще всего получить крещение водное. Это просто. Надо уверовать. В этом помогают духовные наставники. В этом Священное Писание помогает. Но это еще не все. Мы видим, как получали крещение. Ну, апостол конкретно, вот Павел, я прямо радуюсь. Я думаю, и среди нас, да не думаю, знаю таких людей, которые Духом Святым крещаемы. Но вот
апостол Петр говорит, что есть ведь еще крещение, то есть он говорит об испытаниях огненных. Огненные испытания, их тоже надо, я думаю, что их несет каждый настоящий христианин, который уверовал, который не только принял, но и следует за Христом. Он непременно столкнется с огненными испытаниями. И от этого нельзя отрекаться. Их нужно принимать и благодарить Бога. И помнить то, что это я вот испытав сама, я знаю, что это такое огненное испытание, когда тебя поставили, вокруг тебя народ, люди, и все говорят, да кто она-то? А кто ее наставники? Они даже к церкви-то не относятся. И ко Вселенской церкви уже называют конкретные имена. Они даже не входят во Вселенскую церковь, они отошли, они отпали. А она такая же одна из них. И вот эта клевета, вот это и есть огненное испытание. Когда ты знаешь, что это не так, и внутри твоем бьется сердце с любовью ко Христу, и осознает, что и ты любим у Христа, а на тебя говорят, да кто она такая? Она сектантка, она лгунья, она такая и сякая. И вот те эпитеты, которыми можно награждать, ты их получаешь, вот это огненное испытание. И еще когда в свет требуется, отрекись, 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 и тогда мы тебя принимаем, и тогда ты наша. А я не хочу быть вашей, я хочу быть Христовой. И следовать не теми путями, о которых предупреждает Петр, Христовыми. Узкими. Вот так, если коротко сказать. Помоги, Господи. Потому что после крещения. Кому же, ну, вы знаете, чем болен муж, вы знаете эту болезнь, все ее трагичность. Ну, Бог допускает нам это. За все надо быть благодарной. Конечно, я чувствую на себе великую ответственность за него, поскольку он настолько немощен, что... А я прожила с ним 45 лет, это уже 46-й год. Мы прошли вместе трудные годы, самые трудные. И когда мы дошли до того момента, когда мы почувствовали облегчение по милости Божией, когда мы уже стали поддерживать друг друга, наша жизнь подходит к концу, она завершается. Может быть, я так думаю, выше этого кому-то из нас не дано подняться. И Господь снова приходит нам на помощь, чтобы кому-то из нас не упасть ниже, чем мы находимся, ниже, чем мы были. И поэтому и за это надо благодарить Бога и прославлять. За силу его могущества. А муж мой, он не умеет молиться. Крещение он принял по моей вере. Я нашла в Писании такое место, которое позволило мне ходатайствовать перед священством от моего имени, поскольку я жена неверующего мужа, а Господь обещал нам в Писании, что неверующий муж освящается верующей женой. Я не преминула воспользоваться этим словом. И обратившись к священству через нашего, моего духовного отца, батюшку отца Акима, через моего наставника Игнатия Тихоновича Бабкина, меня услышали. Это милость Божья была над нами. Он принял правильное крещение водным погружением Иоанна, во храме Иоанна Богослова. Руками священника Иерея Вячеслава. С ним я поддерживаю связь. Редкую. Но она и не нужна чаще. И дома уже мой муж, он не умеет молиться. Но я ему сказала, я не могу его насиловать, я не могу ему насаждать то, что мне открыто.
ему не может так сразу открыться. Но я ему сказала: Витя, вот мы имеем крестик на себе, и когда ты не можешь молиться, ты не знаешь, ты не умеешь, ну, на тебе теперь крестик, который тебе подарила там женщина одна, когда я искала и не могла купить крестик ему, ну, все неподходящее, посмотри, нет, тут какие-то завитушки, то какие-то, а он пожилой мужчина, и я попросила, а не найдется ли у вас крестика, чтобы для пожилого мужчины. Она так на меня посмотрела, побежала туда, куда-то выносит этого Анна Богослова в лавке там. Выносит и говорит: примите от меня. Вот я вчера вот приобрела вот такой, где она взяла, я не помню, она мне что-то сказала, но я не помню. И по милости Божией она подает и говорит: примите от меня. Да воздаст Господь милости всем, кто заботится о нас во благо. Я как-то растерялась, я приняла, поблагодарила ее. А сама, выйдя оттуда, иду домой. И вот вы знаете, всю дорогу до дома меня сопровождала вот такая великая сила радости, что находятся на моем пути такие прекрасные люди. И я так Богу благодарна. Это Он посылает. Тогда, когда я не могу идти сама, Он подставляет мне свои руки. И тот след, который остается, это был не мой, это был его. И я говорю: вот на тебе крестик. Ты не умеешь, ты не знаешь. Вот так вот бери. Я так иногда делаю, когда мне трудно, а теперь часто это делаю. Беру и прижимаю. Это наш символ. Это наш вот видимый силой невидимого Бога. Невидимого очами физическими. Но мы его чувствуем, ощущаем, и мы верим. И он стал за этот крестик браться. Я вижу, что он не может молиться со мной. Первое время молились, вставали. А потом вижу, он не хочет. Ну, не хочет, нету, может быть, силы. Да, не хватает веру. Может, и по немощи. Это очень много значит. Но он лежит и держит за крестик. И однажды, снимая футболочку с себя, он сорвал, не заметив, этот крестик снял. И когда он хватился, что нету, с каким страхом он подошел ко мне и показывает, что нет крестика. Я побежала в баню искать, там нету. Оторвала половицу посмотреть, там нету. Я думала, что, может, мы мылись вчера в бане, я его водила туда. Может, он уронил. Но там не оказалось. И когда я со страхом вернулась домой, я не знала, как я ему скажу. А он смотрит, и он понял, что этого нет. Как он испугался. А потом я говорю: Вить, а на тебе была футболка. А где она? Ну, там возле кровати. Я пошла, подняла, а там крестик в этой футболочке. Я когда его несу, как он обрадовался. Как он вот схватил буквально и снова одел. Надо покороче веревочку снять. И он так всегда на нем. И он вижу, что он берется. Благодарю вас всех, Господи, за молитвы. Господи. Да благословит вас всех Господь. Болезнь тяжелая, трудная онкологическая болезнь, поэтому молитесь, чтобы Господь дал силы Нине Александровне, ему дал силы, чтобы без ропота и уныния и отчаяния пройти этот путь. Он выносливый, очень милый, не жалуется, он не стоит. Только иногда вижу, как он так вот смотрит. Вот вам пример веры, благодарения Господу за все, что с нами происходит. Еще у кого есть слово? Да, да. Я хочу вас всех немножко попросить. У нас родственник попал в аварию, ехал из Германии, собирался в Эстонию. Он ехал с детьми, и машина попала в аварию. Девочка тяжело травмирована, взяли руку. Особенно, конечно, тяжело ее звать, Юлиана. Отняли руку? Да. Кисть руки отняли. Сколько девочки? 7 лет должна была пойти в школу. Ну, конечно. А их звать Андрей. Правый. Она правша? Да, правша. А их звать Татьяна и Андрей, конечно, но, конечно, им это все тяжело перенести будет, они просто сейчас в шоке.
И еще я прошу о сыне моем Владимире. Многие знают его, помолиться, чтобы Господь управил его путь ко спасению. Но он нашелся, вы говорили, нет? Нашелся. Дети наши, наша печаль неизбывная. И радость тоже бывает. И наш крест. Бывает редко радость. Да, брат. Помолитесь, пожалуйста, на путешествующим. Благодарю за молитву в прошлый раз. Я буду путешествовать и далее по работе. Ну, успешно съездить, слава Богу. Кто помнит, помолитесь. Спасибо. Ну, как же. Слава Христу. Аллилуйя. Еще можно сказать? Да, да. Помолитесь за нашу Настю. Она молчит, стесняется, почему-то не жалуется, но у нее все болит. Она говорит, и позвоночник, и голова, и кишечник, в общем, все у нее заболело. Ну, я уж это... И она сама, то, что она унывает, вот что плохо. Уныние, да. Помолитесь. Мы все общаемся. Да еще запила на пенсионер. К сожалению, сейчас ситуация такая, что вот просто без направления ни шагу не сделаешь. Ну, вот я бы надо помолиться, рад помочь, чтобы вот просто нужна бумага. Ну, вот умрет. Дети остались. Да, что направление. Без направления направление. Только платное. Не дают. А платное, если прием платный, то есть следующее обследование, все тоже лечение платное. Тоже платное. А цены, конечно, там. Ну, врачи-то помогите, ну кого? Ну, вот тебе говорю, что только платно. А поликлиника, которая она там была, помощи не оказали как должно. Ее даже в больнице у себя пошла сделать УЗИ, и то не сделали. Идите направление, берите у себя. Поэтому что вы говорите, своей собственности не могу делать. Все по компьютеру, все в базе данных. Вот вас нету, надо зарегистрироваться, надо взять направление. Я... Ну, сейчас гоняю по кабинету. Раньше пришел, сделал. А представьте, чужого человека привезти, да, вообще никто не может даже во Франции с ребеночком есть Я уезжаю и хочу попросить прощения у всех, кого. Это могло быть такое. Согласна. Ну и молитесь, конечно. Да помогите, Господи. Это хочу напомнить, что Маша Барабаш, она первый ребенок, который вот вообще, который появился у нас в общине. Да. И встала на клирос, и я все думаю, ну, неужели? И вот она так вот как-то мягко так вошла, и единственный, который, ну, не единственный, который тогда был в те времена еще, там, не 5-6 лет назад. Поэтому я думаю, что, ну, это Маша, конечно, она как благочестивый православный человек, все правильно сказала. Но больше у нас о тебе очень хороших воспоминаний, прекрасных, потому что клир у нас расцвел, прямо хочу сказать. Жаль, конечно, что и ты отучилась, и, как говорится, опять у нас как кто не отучится, лучше никто не учитесь. Юля, лучше не надо, а то как отучишься куда-нибудь, в Белокуриху тебя заберет муж, и все, будешь там пить. Ну, помоги, Господи, на одном месте также радоваться. Да. Об унынии для Насти. Настя, где? Она не унывает, сказала. Ну, кто-то тут сказал, только даже... Не прыгает от радости просто вообще. Она терпеливая. Она унывает, и даже то, что отчаивается. У нее отчаяние в голосе было, я когда с ней разговаривала. Это все попросили. Муж сказал. Это могло показать. Так, братья, ты был в лагере? В деревне? Ну, расскажи, как там дела? В лагере там намного стало комфортнее. Правда, у дяди Никиты дом не очень такой уж и теплый, потому что дядя Павел его строил так, чтобы зимой было не было холодно. Так что летом там как в погребе, холодно. Ну и просыпаешься утром, холодно тебе, чувствуешь, что ноги замерзают. Выходишь на улицу, а на улице такое тепло, прям вообще. Утро раннее, туман стоит, тепло, дома холодно.
Зимой зато жарко должно тогда быть. На рыбалку так сходить и не получилось толком. Ходить сходили, но поймали всего одного гальюна, потому что времени было мало. Да, говорили деревенские. Духовно, как у вас там занятия, как проводились? Ну, проводят у нас занятия у девочек в доме. Проводит у нас в основном дядь Володя. Иногда приходит дядь Витя с нами, чтобы заниматься песнями, песнопением. А Игнатий не занимается с вами? Игнатий Тихонович нам каждое утро, каждый день рассказывает нам о чем-то, объясняет нам по Библии. Каждое утро встаем на завтраке, после молитвы он нам начинает о чем-то рассказывать, о делах, которые на день собирается делать. Часто ездили вот на пруды ремонтировать, мосты, первый мостик, кирпич завозили. Даже вот когда было бетонные блоки привезли, когда кирпичи завозили, случайно бетонный блок захватили, а он такой тяжелый, его руками столкнешь, и на тихо взял палку, воткнул там в отверстие было, и рычагом его начали мы с ним. Нечем, пойдем скоро сейчас. Игнатий Тихонович пошутил, типа, говорит, приедет сейчас Терентий, привезет нам кирпичи, посмотрит так, а он же сбросил кирпичи, эти бетонные блоки, прямо посреди дороги, ему неудобно было бы заезжать. Он берет, посмотрит, подумает так, куда это блоки делись, как это так случилось-то, они же тяжеленные. Подумает, как это так, Игнатий Тихонович и еще какой-то мальчик взяли и стащили такие блоки, куда, не знаю. Да, чудо Божие. Ну что ж, богатыри не мы. Понятно, кто египетские пирамиды сбил у кого-то. Расскажи про зарплату, про свою первую. Договорились мы с Игнатием Тихоновичем. Я приехал, только недавно приехал. Игнатий Тихонович сказал, что срочно нужно шкурить березу. Ну, а так как после обеда обычно у нас не работают, он мне сказал, давай так, за каждую жертву, которую ты после обеда ошкуришь, я буду тебе давать 20 рублей. Ну, я успел тогда только две березы, потому что туда подключился ледники, то он быстренько и все сделал за меня. Я успел только две сделать. Но потом, когда завезли клен, Игнатий Тихонович подсчитал что жертв 12 метров примерно одна, а эти, которые он завез, кленовые, они 2 метра, но они шире березовых в 2 раза. Ну, и он посчитал что 3 таких березовых... Как один клен. Да. Нет, 3 таких клена, как одна береза. Ну и я успел тогда только 12 начистить и заработал всего... По 7 рублей получается. Ну, нет, по 20 рублей заработал. 120. За каждую жертву. 70. Ну и заработал тогда всего лишь 120 рублей. А он мне взял, заплатил 14 раз больше. И итого у меня получилось 1710. Я такой стою, он мне заплатил то, что должен, я такой стою, он мне еще достает, еще ложит, такие глаза округлились. Он мне сначала 10, 50, 10, 100, 500, потом снова 10, 10. И вот так накладывал, пока у него все деньги в карманах не кончились. Но он сказал, обиженным не останешься, не остался. Спаси Христос, брат. Ну, чувствуете, речь поставлена, хорошо работает и говорит хорошо. Так что, да. Это говорит о том, что в семье есть кому заниматься, несмотря на то, что папа молчун, да. Мама за двоих трудится. Так что помолитесь особенно о Насте, чтобы Господь как-то сподобил, чтобы ей как-то вот ей обследоваться и полечиться, чтобы она продолжала этот тяжелый свой крест, это ее огненное испытание. Чтобы она с ним справилась. Только без помощи Господней с этим не справится. Можно еще? Да, брат, коротко. Я коротко о мире во всем мире, как говорится. Ну, продолжается противостояние на Востоке. Видите, там вокруг Сирии все закручивается. Сейчас все новые подробности об этом выходят. Америка защищает Израиль. Сирийская армия была самая
самая мощная армия, которая могла спокойно противостоять Израилю. Израиль решил ослабить вокруг себя. Поэтому видите, как мусульманский мир весь закручен сейчас в революциях. Там американцы где-то войны устраивают, где-то прям в самих странах. Это все неспроста. Потому что храм Соломона все равно будет построен. Помните, как один говорил, Иеремский? Карфаген все равно должен быть разрушен. Говорит о пшенице, там, о ценах, а потом опять. А Карфаген должен быть разрушен. Вот так и у нас. Смотрим на восток, а на востоке страшное творится. И сейчас дело все в том, что все это подвязывают сюда и нашу страну. В любой момент наши вот, молодые братья и наши медики, и женщины, сестры могут уйти прямо на фронт отсюда. Потому что вот сейчас будет встреча этого Дональда с Путиным. Давайте помолимся, чтобы Господь умудрил и одного, и другого правителей, потому что от них практически все зависит, чтобы еще сохранилось мирное небо над нами. Потому что небо это очень важно. Господь его хранит всегда, но в любой момент ракеты могут полететь, самолеты. Это показала Сирия, как бомбежки, что с одной стороны американской, что с русской стороны. Жаль, конечно, что наша страна во всем этом участвует. Хотя Путин в последнем своем документальном фильме, который снял американский этот кинорежиссер для Америки, он сказал, что вот я верю в Бога и поэтому думаю, что все-таки нам удастся с вами договориться. Поэтому поможем ему. А Дональд, он само собой там американец верующий должен быть. Да, вот так. Спасибо, Христос, брат. Но должны мы помнить всегда, что как болезни наши, так и болезнь вот эта, о которой сейчас только брат сказал, а болезнь имеется в виду война, это тоже от Господа Бога допускается. Поэтому мы должны молиться, Господи, не отними свою удерживающую руку еще, Господи, сохрани мир в нашей земле, в наших домах. Но, для того, чтобы люди пришли. И кроме того, мы должны помнить, что удерживать Господь будет только до тех пор, пока мы будем жить правильно, пока мы будем жить достойно. Вот. И когда мы будем это делать, живя достойно и молиться, то Господь и удержит. Но мы должны добавить всегда в конце нашей молитвы, да будет воля Твоя, святая все, Господи, да не подчится наша худая бедствующая рука, удерживает Твою карающую десницу. Аминь. На занятие. Да, брат. Брат, возьми. На прошлом занятии я просил молиться о наших занятиях по скайпу. Ну, кто забыл, что Сергей Ильин и Сережа Козлов, значит, они ратовали за то, чтобы улучшить синодальный перевод, что там много ошибок, и об этом нужно знать, что эти ошибки есть. Вот. Я просил ваших молитв, чтобы они своими вот этими мудрованиями, инструваниями не увели людей в ненужную сторону. И Господь, я скажу, слышал, Ильину интернет трубил, а все пришли на занятия ко мне. Значит, кто там у него. Ну не все, Сережа Козлов не пришел, но кто туда собирался, значит, мы самоорганизовались, они очень благодарили, я занятия провел, потому что мне... Ну, жаль стало овец без... Своим овцам не мог позвонить? Вот. Которых не жаль? А свои овцы... Че? Ну ладно. Ну свои овцы все знают, что... Ну они где? Где? Я ничего ты не знаю. Одна... Овца. Один овец. Вот. Я и не знал, что это будет занятие. Любил Степан заниматься. В следующий раз как бы... Вот. Потом еще, значит, просил молитву вот о камере. Камера куплена, вот эта вот новая, деньги пожертвованы. Вот, было пожертвовано 20 тысяч рублей, камера обошлась в 30 тысяч рублей со всеми потрохами. Еще 10 тысяч пожертвовано. Вот, потрохами. Вот, потому что без потрохов, ну, смысла нет. Значит, еще я... посоветовался с братьями, и я ее застраховал. То есть в случае пожара
поломки или в случае, если ее кто-то разобьет, мне полностью страховая компания выплатит деньги. Надо будет доказать, что есть страховой случай. Обжегся на молоке, думал на воду. Вот. Но тем не менее, как бы что. А сколько страховка? На год 3-400. Стоит. Камера стоит с потрохами 30. С потрохов 26. Вот. Ну и молитесь, я сегодня хотел ехать в Потеряевку, но из-за погоды, видимо, придется отложить. Вот. А в августе меня тоже не будет, я буду в спортивном лагере в Горном Алтае весь август. Вернусь только вот. А в лагере на сколько? На юг? На август. Нет, в нашем. А, в наш, на июль, да, на месяц. То есть в июле я буду в Потеряевке, а в августе буду в Горном. Ну, ясно. Помоги, Господи. Еще у кого есть слово? Может, Даня расскажет про лагерь? Подробно, целый час. Индивидуально подойдешь, спросишь ее. Если за нее придешь, на пение, которые пели много лет назад на пасхальной неделе, Пасху, праздник, прослушать. Там была запись «День Победы» и еще одна песня. Нет, давайте мы будем прослушивать, не когда надо. Будет собрание. Да, после собрания. Не надо сейчас. Ты чё, Нина и Дыбунов пели. Все, это очень коротко. Всего лишь. А мы все останемся на занятиях. Ну, остальные-то уйдут. Я не слышали раньше. Давайте вживую. Я не знаю это песнопение. Давай. Она говорит Дыбунов, а это не Дыбунов. Дыбунов. Потому что я не Давайте помню. Прослушаем. На День Победы не надо. Не нужен там заряженный. Это очень коротко. На День Победы прокрутите. Вы включили? Сейчас. Включили. Yes.
Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Этот день победы Иисус принес. Могу выключить, но в конце там от сна. Гоните сон, гоните сон. Благодарю за внимание. Да, не спите. А это кто написал текст? Музыка-то это другая. Игнатий Тихонович слова начала бить Нина Александровна и поддержал Игорь Добылов. На Бухенвальский набат. Да, Бухенвальский набат. Достойно есть якого истину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родчую, сущую Богородицу тя величаем. Господи, защити Родину наше, нашу от нашественных иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да оставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, трапеза и занятия. Отец Христос, брат, за занятия. Морсик будешь пить? Свежий смородинки получил. Отец Христос. Только не томи его, сейчас чтобы выпил. Это прошлогоднее, но она хорошая. У нас коврик холодный. Она в отличном состоянии. Наливай. Не надо. Не, домой заберешь и попьешь. Давай здесь. Здесь вот. Здесь есть и домой. Да. Это тебе я принесу. Давай, ой, а за что? Я тоже думаю, что да. А мы ее один раз просто успели. Снимай багаж.